Действует ли льгота по налогу на апартаменты? Если вы пенсионер и сейчас не платите налог на квартиру, думаете, продам квартиру и куплю апартаменты. Давайте разберемся, действует ли налоговая льгота на апартаменты для пенсионеров. Апартаменты формально не считаются жилым помещением. Владея ими, пенсионер будет вынужден платить налог. Причем они превышают налог на квартиру такой же площади, примерно в 5 раз. Это, кстати, является одной из причин, из-за которых стоимость апартаментов ниже, чем стоимость, схожая по параметрам квартиры. Будьте внимательны, планируя подобные обмены. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если видео понравилось, давайте поставим ему лайк. Если есть вопросы, можете оставить их в комментариях. До новых встреч, друзья!